Супротен дарит призы под ключ. Лидер в производстве строительных материалов в Молдове подарил квартиру еще одному постоянному клиенту. Площадь квартиры 41 квадратный метр. Она находится в жилом комплексе на улице Спринчиная на телецентре. Победитель лотереи – кишиневец Анатолий Корж. Он купил в Супротене материалы на 15 тысяч леев, принял участие в розыгрыше и выиграл квартиру. Эмоции замечательные. Спасибо компании «Супротен» за то, что они решили организовать такую лотерею. У меня 11 детей и 26 внуков. Кому подарите квартиру? Одному из внуков. Я думаю, что важнее для нас самочувствие этого покупателя, или, скажем, не покупателя, а победителя, который получил такой приз. И мы очень рады, что при этом присутствовало такое большое количество людей. Мы трудимся для наших покупателей, они доверяют нам. Дом, в котором находится квартира победителя, строит компания D&D. В квартире евроремонт. Есть все. Двери, ванна. Абсолютно все. Он сможет сразу переехать туда. Все будет готово. Кроме квартиры, разыгрывали и денежные сертификаты на 1000, 2000, 3000, 4 и 5 тысяч леев. Компания «Супротен» всегда будет приятно удивлять покупателей. Будут новые акции, которые порадуют всех покупателей. Призы под ключ на этом не заканчиваются. 21 декабря будет разыграна еще одна квартира. Не упустите свой шанс. Приходите в «Супротен» на Чеканах, покупайте и выигрывайте.